Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем наши репортажи из Орджоникидзе. Сегодня шикарный накат волн, такая красота, сейчас буду все вам показывать. Вернулся старый добрый формат, друзья, со штормом, с морем, поэтому ставим лайк, чтобы он продолжался. А теперь смотрите на эту красоту, друзья. Друзья, накат волн прекрасен. Смотрите, как все выглядит. Вон вдалеке Карадаг, вулкан. Там Коктебель, лучи солнца прям бьют с неба. Очень красиво. Сейчас пройдемся по набережной. Ой, друзья, падаем. Блин, ну тут красиво очень. Согласитесь. Сейчас кого-то смоет штормом. Текает оттуда. Ну что, мы тоже рискнем? Она не скользкая, надеюсь? Держи за перила. Все, друзья, уходим отсюда. Волны стали больше. Нет, мои ноги. Блин, ну красиво. Давай дальше пройдемся. По набережной. Налево. Место здесь так, если бы не было шторма, можно посидеть, отдохнуть, выпить сока. Это еще не сильный шторм. А если бы сильный был, он бы до сюда прям доходили. Нужно было зимой приезжать сюда. Сети какие-то там стоят. Отлов рыбы, видать. Мидии выращивать. Это медийные фермы. Вот там, друзья, видите? Ну, вам не видно, скорее всего, там стоят вот эти сети. Здесь можно купить свежих мидий. Блин, ну, конечно, здесь красиво. Пейзаж такой шикарный. Друзья, снова набережная Орджоникидзе. Я вам ее недавно показывал, но... Тогда не было шторма. Сейчас вот такой идет накат волн. Это очень красиво. Я люблю такую погодку. Поэтому, кому нравятся вот такие, друзья, живые видеоролики, вот такими шикарнейшими видами, обязательно поддерживайте их большими пальцами. Делитесь в социальных сетях. Это очень важно. Отсылайте их своим друзьям, не знаю, знакомым, родственникам, чтобы они тоже смотрели эту прекрасную, друзья, природу Крыма. Это море. В общем, это очень красиво. Мне нравится, друзья. Надеюсь, вам тоже понравится этот ролик. Он будет не длинным, коротеньким, но с вот таким прекрасным видом. Сейчас спустимся на пляжик. Там, тогда ноги мокрые, терять нечего. Небольшая береговая линия, да? Здесь пляж вот этот. Вот там за горой дальше пляжи тоже есть. Да? Ну типа дикие, но они там крутые, там песочек белый такой. Все, друзья, здесь уже начинается городской пляж. Песчаный. Он, кстати, не глубокий, но идеально подходит, если вы едете на отдых с детьми. Здесь вода быстрее прогревается. Так, смотри, может, заоться найдем какой-нибудь. Цепочку на 50 грамм. Так, смотри, это сейчас я смоет, естественно. Ничего. Волной.
Блин, куда мы денемся? Ты сейчас захлестнула на полной ботинке воды. Я уже думал золото. У меня уже одна нога мокрая. Мне терять нечего. Посмотрите на это небо, друзья. Водичка потише. Вот же какое-то бревно вымыло на катавол. Медузы. Блин, видно вам или нет, как там вон лучи сквозь небо пробиваются. Такая красота, друзья, вживую. Хоть бы вам камера это передала. Чё текаешь? Все, здесь пляжик уже пошире. Вот здесь летом на песочке, на таком. Круто будет позагорать, поотдыхать. Я обязательно сюда приеду летом, чтобы насладиться этим поселочком по полной, друзья. Поэтому летом встречаемся в Коктебеле. Мы сейчас поднимемся на ту вышку. Бежим. Первый. Я хочу на ту вышку подняться. Я сказал, что я первый. Нет, друзья. Сейчас посмотрим на вид моря повыше, разберемся. Она качается. Я думал. Но она камеру не выронит. Да, будет была камера. Она хотя это. Но мы ее не найдем там. Блин, да не сломаются доски. Друзья, эта штука качается. Не, вид очень классный отсюда. Смотрите, какой видочек открывается. Это как мостик прямо под водой. Смотрите сюда. Так, что-то плавает такое. Плавает, да. Похоже на... что-то... не тубуёк. Вон дальше еще один, да? А похоже, как на какую-то рыбу. Мертвую. На дельфина была похожа, да. Я тоже подумал, что дельфин. Красота. Причал, вот тут сейчас еще пройдем. Ой, пойдем. Друзья, идем на тот причал, там волны поближе будут. Блин, она шатается. Да не шатает. В сезон не был здесь. Я только в этом году, вот когда с этими, вокруг Крыма приехал, первый раз здесь был. Зимой мы были. Друзья, извиняюсь за звук, потому что сейчас, скорее всего, сильный ветер вам задувает микрофон, а защиты никакой нет на него. Вот чей-то кроссовок вымыло с моря. Вот этот причал, сейчас пойдем на него зайдем. Блин, ну песочек здесь вообще круто.
красотень. Давай, пока волны не начались. У-ху! Друзья, смотри, как волна идет. Ну что, для контента спрыгнешь? Я плавать не умею. Тут глубина мелкая. Так, смотри, волны до сюда достают, потому что да. Мостик мокрый. Мне кажется, тоже брызги. Вон идет большая волна, сейчас мы ее дождемся. Готов уходить? Я буду сейчас быстро убегать. На перила я хочу залазить. Да куда, с одной рукой не смогу залезть. Да, отходи! Все, большая прошла волна. Да, вот тут и не маленькая. Гай! Ну все, больших не будет уже. Будет, как это. Вот смотри, какая вода идет большая. Это у нас сбоку идет.